С нашими учениками это переход нога-рука. Давайте делаем. У нас что-то еще. До шести надо. Да? Опять же, мы возьмем Майгери. Майгери. Почему? Ну, в кике очень много его используют. Вот. И для того, чтобы ударить в живот, да, вот, я ударю в живот и проведу джеб. Вот. Опять же, вот, пытается, опять контр. Мне пытается вот так же, как я буду Майгери бить, ну, убери мою ножку, да? Оп. В другую сторону, да? Оп. Видите, то есть я не даю ему меня закрутить. Видите, так же справа я ударил, оп, я уже здесь. Я не даю медленно, а раз, я его вырываю и здесь. Я пробиваю его, и тут же вырываю ногу. Один из вариантов. Вот на этом и основано. Первое. Я бью Майгери, да? Я убираю здесь. Видите, я ножку поставил, но я поставил ножку и тут же заряжаю правой рукой. Рука внизу. Рука левая тянет правую от сильного удара. У нас голова открыта. Ну, когда вы все наработаете, у вас все будет нормально стоять. То есть вот вы работаете, да? И тут же здесь. Попытайтесь. Потихонечку, раз только, раз здесь, во, сюда. Все, вот этого будет достаточно. А второй раз, оп, ручку сбил, раз оттянулся. Чтобы мы двое работали. Я убирал. Конечно, убирал. А у него рука, она внизу. Да, да. Я отреагировал. Да, я пробил, я дернул и тут же ударил. Вот это когда поймем, когда мы ударили, на себя потянули руку сюда. И тут же уже ударили. Вот это маленькие такие нюансики, но не работают. Смотри, мы когда делаем, мы это сейчас знаем. Не для того, сейчас точно на попадание. Пойдет. Левое. Боковой пойдет. На себя. Лучше вниз и вправо. Не знаю, что вы понимаете. Нет, я ухожу. Я ушел. Или еще раз. Первый всегда оттяжка. Мы не успеваем потом поджим. Мы оттяжка либо наклад. Почему я первый дал оттяжку? Вырываем. Где его рука? Она внизу. У нас коридор вот этот. Туда нам надо закинуть ручку. Смотрите, время. Раз, мы выдернули. Мы как бы зарядили и закинули. Завершим самым простым упражнением. Да. Бордюр становится боевая стоечка, но чуть-чуть немножечко она не такая более-менее, а поположе. Вот он, вот здесь он перекрылся, он меня видит, он должен ручки так сделать, чтобы он меня все видел, что я делаю. И вот моя задача, сейчас я встал, да, отсюда раз, раз, потихонечку здесь, а ты хоп, 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 раз, раз, вот. И я вот работаю, да, чик, чик, а он вот ловит, да. Смотрите, кики как блокируют. Очень сильно. Видели, да? Ну, бокс, профессиональный бокс, нокаут. Туф, завалили. Туф, а что, как же они так блокируют? Секрет. Смотрите, чтобы вы видели, идет, видите, еще, оп, еще. Я локоть кладу себе на косточку. О, видите? Пробить нереально. Вот, вот. Я поднял. Опа, я пропустил. И второе, я своим локоточком себе в ребро ударил. Для этого есть такие упражнения. Смотрите, оп, здесь, оп. Вот как бы подтягиваем, как Шикан показывал. Да, раз, здесь. Оп, я положил на косточку.
И бесполезно, она не пробьет. Хоть там лом. Нет. Только надо руку сломать. Давайте тогда над этой защитой поработаем. Она такая оп. Интересная. Да. То есть мы оп, уходим. Мы и смягчаем удар. Сижу, да. Оп. Здесь еще раз. Оп, здесь, да. Оп, здесь. Оп, оп. И смотрим на него, посмотрим, да, здесь. Оп, да. Оп. А за счет того, что у меня, смотрите, еще раз, рука не здесь, да, он же может перевести в голову. Я получу. Видите? А за счет того, что я могу и голову перекрыть, и еще и печеночку. Видите? Здесь я перекрыл голову, да, печенку открыл. Здесь я закрыл это, получил по голове. Что делать? Вот это движение. О, да. Раз здесь. Да. Оп. На косточку. Раз поставь. Да, здесь. Вот здесь. А теперь голову дай. Смотри. Даже если вы, вот, он вас обманул, еще раз голову, да, вы все равно перекрыты. Вы перекрыты. Иногда мы подставляем голову. Для чего? Мы, вот разгон вот этот, мы раз, но рука уходит, она здесь выходит, рука. Специально тренирует даже так. Под удар идут в голову. Раз и здесь сразу же. По наикратчайшей челюсть идет вот сюда. А мы не можем разогнать руку на этой дистанции. Куда будет слава. Вот и вот здесь, а здесь, и здесь. Вот здесь не пробивается. Здесь не пробивается. Попробуем. По корпусу смотрите, да? Соберись, тряпка! Когда мы делаем, мы обязательно здесь переносим вес тела. Оп, мы перенесли сюда. Для чего? Оп, для старта. Снизу, сбоку. Мы же должны атаковать этой же рукой. А если мы ее не перенесем весь тело, бессмысленно. Здесь, там, раз, там, туда. И куда смотрит у нас коленочка, туда и наносится удар. Все. Потому что с таких коротких дистанций нужно максимально все выжимать из себя. Чтобы... Попробуй, лечи и все. Вот, прямо, да. Собственно, уже и аппетиты гуляли. Поменялись, в другую сторону. А теперь я. Вот эта схема поможет вообще просто ты ее освоить, а вы дальше столько напридумываете. И попробуйте потом поработать с теми же кикбоксерами, с боксерами. Все будет получаться. У вас свое. У них свое, у нас свое. Почему вот оно с 2005 года вот это начинала схема, когда у меня была возможность уйти в Панкратион, там и параллельно у моего ученика, который тренировался, он выступал по Киокушину, потом трансформировался в Панкратион, благодаря он меня пригласил, я там сопротивлялся, Киокушин, говорю, ну давай потихонечку. И все, и вот эта система начинала у нас, то, что я вот даю выжимки, она начинала работать. Мы в 2009 году с Котвицким Дмитрием Юрьевичем, если кто-то помнит, мы проводили здесь панкратион на зимней школе. Да. Он делал болячки, я удушающие работу делал. И мы на снегу здесь устраивали. Еще в 2009 году. Да недавно. 15 лет. Чуть-чуть. Хотел, у нас традиционно, обычно в 14 числа, да, сборы. И мы вечно поздравляли Макса 14 числа. Но у него вчера был день рождения, где он, Макс? Где он? Я бы хотел поздравить от всех. Александра Валерьевича. Вчера день рождения. Да, когда попали в зону силы
чтобы, как говорится, перейти из одного процесса в другой. У меня вот была ситуация на школе в Тамбове. Никогда не забуду, как меня там подкололи, конечно. Кто помнит, в Тамбове у нас вечно было в этом, как он называется, как, Маринс парк сейчас. Парк, да, вот там. Ну, красивая зона такая, да, все, да, здорово. И там какая-то свадьба была, я пошел спать такой, говорю, ребят, я даже забыл, что у меня день рождения, еще что-то. Я пошел спать, говорю, народ, если там что бузить будет, меня не забывайте позвать. Мало ли что. А я пока спать. И там 12 часов, значит, забегает там кто-то ко мне, там... Сенсей, куда сюда наши херачат? Где? В большом номере, там, короче, драка. И я такой, что да, там труселясь. Ты кто этот, блин? И тут сидит, ах, это белый. Это было, конечно, шикарно. Ну что, спасибо вам. Спасибо вам. Дело мировой шепара.